И у меня есть две звезды и офицер. Здравствуйте, добрый день. Отличная погода, зачем вы достали нож? Ну что же, всем привет, друзья, и сегодня мы с вами попытаемся ограбить банк в игре под названием Broke Protocol. Сразу хочу сказать, что этот ролик я записываю уже больше часа. То они выключают сервер, на котором я играю, то у меня у самого пропадает интернет. Но, блин, сегодня мы просто обязаны ограбить банк. Что же нам для этого потребуется? Только деньги и ничего больше. Ну, возможно, еще немножко удачи. Где же взять деньги? Мы могли бы, конечно, устроиться на работу, но это не наш случай. Просто подходим к любому прохожему, говорим ему поднять руки и... О, черт, оказывается, этот чувак был с оружием и... А теперь надо от него бежать. Помимо того, что за нами бежит человек с ножом, за нами еще гонится офицер с наручниками и, блин, похоже, я попал. Нашел кейс прямо на улице, где... Вы серьезно, что ли? Окей, не важно, что было в этом кейсе, потому что меня все равно убили. А когда ты умираешь, у тебя отбирают абсолютно все. И мне не совсем понятна логика этой игры, потому что когда тебя убивают, у тебя забирают все, а когда садят в тюрьму, у тебя ни черта не забирают, кроме оружия. И мне на этот раз повезло, у чувака было не только много оружия, но и много патронов. Нифига себе, ребят! 46 патронов для оружия, или же для пистолета. Ну, правда, у нас две звезды, но какая мне разница, у меня все равно много патронов. Остается мне только найти банк, и, по-моему, он на другой стороне города. Да, вон на карте его уже видно. Добраться до туда я могу только на машине, и, слава богу, я могу сесть просто к любому чуваку в машину. И вообще, чувак, ты повернул немного не туда, так что давай я тебя тут немножко изобью, и... Ой-ой-ой, сколько у меня звезд, боже мой! Садимся за руль, и 4 звезды, ребят, это мне совсем-совсем не нравится. И мы-то только что проехали мимо полицейского участка, и, по-моему, я повернул вообще не туда. В банке я уже был и не раз, и на самом деле в самом банке не так уж и много охраны. Там всего лишь 3 офицера, которых я без проблем смогу убить, тем более патронов у меня и вправду достаточно. Так, аккуратно стараемся никого не сбить, потому что лишние звезды мне не нужны, и мне надо на мост, который находится прямо надо мной. Черт, мы опять вернулись прямо к полицейскому участку, валим отсюда. Хотя офицеры иногда на нас вообще никакого внимания не обращают, и я тут смотрю, боты встали на месте, а это означает то, что сервер отключился. Да, тут нигде не пишет, что сервер отключился, и, блин, что за фигня, ребят? Я могу кататься на машинке, но я не могу даже из нее выйти. Бред. Да, вы только посмотрите на это, весь город просто-напросто застыл. Эх, что же нам делать, мы даже не можем выйти из своей машинки, придется просто отключиться. Смотрите, тут даже нет сервера, на котором я играл, его просто, блин, выключили. Придется зайти на другой и повторить все заново. А тут меня уже сразу убили. Окей. Почему-то мне опять везет, и я опять нахожу очень много денег, очень много патронов и оружия. Ой-ой-ой, зачем ты достал нож? Тревор, пожалуйста, давай обойдемся без этого. Блин, бежим отсюда. Я уже вижу припаркованную тачку, и похоже, это просто-напросто мое спасение. Прыгаем в тачку, и есть, она заводится. Остается найти только банк, и он прямо по курсу. Господи, зачем ты меня подрезаешь? 2 звезды не помеха, достаем оружие, перезаряжаемся. Перезарядка не нужна. Так, давайте. На счет 1, 2, 3 забегаем. 1, 2, 3. Сразу должны быть здесь 2 офицера, которые мы сразу убиваем. Почти. Господи, сколько же надо патронов? Зачем ты выбежал, дурак? Забрали все мои деньги и все мое оружие. И, по-моему, первым делом, когда в твой банк забегает человек с оружием, ты должен был спрятаться. А ты взял и выбежал на меня. Чё за бред? Это какие-то неправильные офицеры. Ладно, давай попробуем еще раз кого-то обыскать. И на этот раз у него просто есть много патронов, много денег. Но, к сожалению, блин, нет оружия. Ладно, давай попробуем положить деньги на счет в банке. И, господи, он не работает. Мне надо найти у кого-то оружие. Но проблема в том, что парень, у которого есть оружие, вряд ли захочет поднимать руки вверх. Господи, у него была бита. У него была бита, но меня все равно сбила тачка. Отлично просто. Я только что грабил парнишу, проезжал мимо патруля, выбежал из тачки, но при этом он нифига не успел сделать, потому что я ограбил парня, забрал у него пистолет и, кстати, очень много патронов, и машина, из которой вышел патруль, просто покатилась прямо ко мне в руки. И давайте попробуем повторить все это дело еще раз. Теперь мы знаем то, что там работают ребята вообще бесстрашные. И не надо меня сбивать, пожалуйста, что ты делаешь? Так, давайте повторяем все то же самое и сразу прям начинаем нападать на этих людей. Господи, они... Господи, у него есть дробовик!
Ладно, против дробовика я спорить вообще никак не могу. Знаете что, вообще-то в полицейском участке тоже есть оружие, правда здесь я нашел только один пистолет и немножко патронов. Только вот если я сейчас все это возьму, я не совсем-то и сумею от них обороняться. И вот смотрите, я в принципе начинаю. Господи, у него опять дробовик! Зачем вам такие классные оружия, скажите мне, пожалуйста. Я уже понял, что возможно пистолет это не самое-то и удачное оружие нападать на офицеров в банке, но знаете что, вроде бы у меня все получается, и на этот раз здесь был всего лишь один офицер. Это очень странно, давайте его обыщем инвентарь и заберем у него. Господи, во-первых, тут появился еще один парниша, а во-вторых, он вообще на меня никак не реагирует. Это очень странно, блин, что происходит тут? Почему офицеры появляются просто из воздуха? Вот всегда, то я нахожу патроны, не нахожу оружие, то я нахожу оружие и не нахожу патроны. На этот раз у меня есть оружие, и я даже знаю, где мы сможем найти патроны, но это полнейший бред, потому что патроны лежат у офицеров. И... Да, офицер, давай, попробуй в меня попасть. Я вижу, ты очень косой, и там было всего лишь 3 патрона. Оу, черт. Даже бы, если бы я их украл, то я бы ничего сделать не смог. На одного офицера потребуется явно больше 3 патронов. Пожарная станция, и даже мы сюда сможем зайти. Воу, а может быть у них будет оружие? Но насчет оружия не знаю, но топор здесь точно, блин, есть. И да, серьезно, она звезда? Окей, как хотите. Поднимаемся на 2-й этаж, и на 2-м этаже вроде бы ничего интересного нету, кроме лестницы и какого-то сундучка, вернее, контейнера, в котором тоже ничего вроде бы интересного нету. Я, в принципе, могу сесть в пожарную машину, которая находится в этом здании, но выйти-то я отсюда никак не смогу, и у меня есть 2 звезды, и офицер, здравствуйте, добрый день. Отличная погода, зачем вы достали нож? Вот так всегда. Блин, отлично, меня опять сбила полицейская машина, какого фига? Очень жестокая перестрелка с офицерами, но вроде как мне удается уйти, у меня совсем мало хп. Не знаю, кажется, у меня есть одна идея, надо сделать небольшой тайник с оружием, чтобы сейчас просто на... Господи, как... Зашел я тут в банк чисто по приколу, и вот что я увидел. Во-первых, офицеры валяются на полу, и, кстати, почему-то я у них не совсем могу забрать их предметы. Да, это странно немножко. Окей, но дверь закрыта. Я вообще не знаю, смогу ли я ее открыть, но, блин, ребята, почему офицеры уже валяются? Значит, кто-то здесь побывал и уже, возможно, все здесь почистил. Но вообще-то наверху стоят офицеры, у меня 4 звезды, и они почему-то иногда очень тупые, а иногда очень умные. Ребята, мне опять фартануло. У меня есть куча патронов, прям реально очень много, и куча пистолетов. Да, только пистолетов, пока что автомата я не нашел и вряд ли когда-нибудь найду. И давайте, ребят, пожалуйста, я очень сильно хочу, чтобы это была последняя наша попытка с одного удара. Серьезно, что ли? Ребята, вы сейчас не поверите, что я сделал. Я не записывал это, потому что, ну, это полнейший бред. Но я сейчас забежал в этот самый оружейный магазин, и смотрите, что я украл. Серьезно? Да, я украл, блин, оружие, только у меня нет патронов, но мне кажется, это не проблема, сейчас я их быстренько где-нибудь найду. Вот только мне кажется, что обычных людей патронов на М-ку я не найду, только на пистолеты. И, ребята, почему у меня стреляют обычные люди? Ничего не знаю, ничего не хочу знать даже. Он серьезно у меня стреляет, но он какой-то косой. Блин, хорошо-то, что он косой, я не хочу умирать, я все-таки украл М-ку. Ну, хотя, если я украл один раз, то смогу украсть и в другой. Да, в принципе, логично. Я не совсем понимаю, что происходит. Зашел я такой в оружейный магазин, тут валяется один офицер и 2 других очень подозрительно себя ведут, наставляют на меня пушки, смотрят в пол и наручники. За что? Я ничего не делал, ребят, у меня не было ни одной звезды, но он зачем-то надел на меня наручники, по-моему. А, он меня просто-напросто обыскивает. Ты ничего не нашел, надеюсь, ты сейчас снимешь наручники и что ты будешь делать? Давайте вы отсюда сейчас уйдете. Вот ты отсюда уйдешь. Так, ребят, надеюсь, он сейчас побежит со своим напарником, он тоже отсюда уйдет, и я тогда уже смогу здесь все прибрать к рукам. Надо начать, наверное, с оружия. Ой, да ладно, это базука, что ли? Серьезно, что ли? Но на самом деле мне нужны патроны. Блин, но патронов я здесь вообще не вижу. Он его связал. Зачем ты его связал? А мы его сможем сейчас обшарить, ребята, мы его сейчас сможем обшарить. У него есть патроны, ребята, давайте попробуем его обокрасть. И слушайте, у меня появляется звезда, но возможно он сейчас не успеет меня убить до того времени, как я отсюда свалю. Так, давайте все забираем.
все, абсолютно все забираем и валим отсюда, ребята. Господи, это было абсолютно беспалевно, и надеюсь, я реально что-то успел у него забрать. Да, у меня есть снайперская винтовка и парочку патронов. Блин, а вот снайперской винтовки будет как бы мне не сильно-то и достаточно, плюс патронов у меня нету. Давай попробуем сделать полный бред, попробуем вернуться и еще раз обыскать его. Да, заберем на этот раз эмочку и патроны к ней. Ой-ой-ой, там офицеры уже устроили обыск, так что лучше я свалю отсюда куда-нибудь подальше. Оказывается, я могу украсть патроны из этого магазина, но я могу украсть всего лишь один патрон, и, блин, это мне никак не поможет. Если я все-таки смогу украсть оружие, то патроны мне все равно в любом случае придется покупать отдельно. Я не знаю, что сейчас происходит, у меня 5 звезд, мне нужны патроны, у меня есть деньги, я просто-напросто зашел в оружейный магазин и приобретаю патроны. Что за бред? Подождите, я ему случайно... Я даже ему сказал поднять руки вверх, серьезно что ли? И он не послушался. Ребят, что происходит с этой игрой? Расскажите мне, пожалуйста. Забираем буквально все патроны на все виды оружия. Даже можно прибрать к рукам себе базуку, гранаты. Господи, что происходит с этой игрой? Здесь даже есть гранаты. И в итоге вроде как я закупился. И в один прекрасный момент в этот магазин зашел офицер. Ну, я, конечно же, сразу же оттуда выбежал. Теперь у меня есть крутое оружие и есть вроде как патроны. Если я сейчас сдохну, я буду очень сильно психовать. Внимание, последняя попытка. Забегаем в это помещение и начинаем стрелять по офицерам, которые, кстати, почему-то... Ребят, вы серьезно, что ли? Автомат их убивает буквально с одного удара? Ничего не знаю, но они просто-напросто падают. И давайте посмотрим, что у них там есть патроны. Это я понял, но мне нужен какой-нибудь там ключик. Они обновляются. Блин, ребят, ничего не знаю. Я просто ухожу вниз в подвал. Помещение, где у нас располагается сейф. Тут еще один должен быть офицер. Мы его убиваем тоже буквально с одного выстрела. И давайте посмотрим, что у него там есть. Но у него ничего нет, эй! Где ключ от сейфа? Мне надо как-то открыть эту вещь, но она... Так, хватит уже обновляться. Умирай давай. Так, на этот раз у него есть дробовик и, блин, подождите. Давай ты умрешь. Так, слушай меня. Давай ты умрешь и больше не будешь воскресать. Хорошо? Договорились. Блин, мы же договорились. Что происходит? Ребята, походу этот сейф нельзя открыть. Ну, или я что-то не понимаю. Вы, конечно же, можете мне подсказать в комментариях. Если этот сейф все-таки открывается, то обязательно я сюда вернусь еще раз. И мы... Почему у меня там было уже двое? Вроде как я там стоял один. Что за бред? Игра мне понравилась, она хардкорная и очень, блин, сложная. Но при этом все равно интересная. Если эта игра вам понравится, то можно будет поиграть в нее даже на стриме. Просто взять, завалиться всем вместе на один сервер. И тогда мы все вместе захватим сервер. А на этом у меня все, ребят. Удачи вам и до новых встреч на моем канале. Всем пока. Зэков в одной тюрьме, блин, звучит, ну, очень круто. И сразу отвечу на вопрос, который часто задают мне на стримах. Да, я буду играть со своими подписчиками. Если у вас, конечно же, будет лицензия. Например, один парниша будет отвлекать полицию, когда трое остальных будут заниматься...